На съемках клипа группы «Тату» «Нас не догонят» Варвара работала без Алексея. Дублировала Лену Катину. Из кабины мы перелезали на эту красивую цистерну. Когда мы перелезали, соответственно, страховки вообще никакой не делалось, потому что это было там невозможно сделать. И за рулем этого завода никого не было. Он шел на жесткой сцепке с тягачом. И вы представляете, это заснеженный полигон, и поэтому он очень сильно вилял. От 20-градусного мороза замерзали камеры. По сюжету героини убегали из дома в тапочках и парусиновых штанах. Режиссер не разрешил девушкам-каскадерам надеть даже колготки. Мой постановщик трюков, который обещал, что я вернусь живой, он просто сказал: «Варя, если вы сорветесь, по вас пройдется 20 тонн. Это без вариантов». В первом же дубле на девушек направили ветродуй, сделанный из двигателя реактивного самолета. Варвару с напарницей сдуло мощным порывом ветра. Дым, когда в кабине был, проезды снимали, вот слизистая прям кровоточила нос. В этом клипе Варвара дублировала еще одну роль – дорожного рабочего, которого сбивает тягач. Но в результате зрители вместо нее увидели лицо продюсера группы Ивана Шаповалова.